тех пор прошли тысячелетия. Но сатана до сих пор ведет войну. Члены ордена сильно постарели, и он решил их истребить по одному. Они своих в беде не оставляют. Старик достанется трясой меч. Над телом бабушки месту собирают, душу ее бессмертную сберечь. Древние знания целебных зелий несут себе эти мудрецы. Доктор Попов, малышева Елена спасут вселенную под дверь.